Прием. Доктор Борисов, как слышите? Сомневаюсь, что сигнал вообще проходит. Мы почти у порта. По словам Борисова, бомба Е-99 находится на грузовом корабле «Шемчужина». Нам повезло, что поезд не стоял, а то пришлось бы идти пешком.
Выходите, осторожно. Введем строжайший карантин. Незнакомое лицо, проверяйте документы. Проверяйте досконально. А если... Никаких если. Чуть что не так, открывайте огонь. Жемчужину.
корабль. Мы видим его отсюда. Мы с Кэтрин направляемся в порт, но не ждите нас. Бомба находится в грузовом отсеке под палубой. Рэнко, поспешите. Демичев не мог не заметить всплытие корабля. Я слышу шум вертолетных роторов. Повсюду солдаты Демичева. Вертолеты доставляют спецназ на корабль. Будь начеку!
2 ноября 1955 года. Сегодня вечером ко мне подошел Роман, весь испуганный. Он сказал, что емкость с бомбой Е-99 светится. Я решил осмотреть лично. Действительно, от контейнера исходит странное оранжевое сияние. Я тут же связался с Девичевым. Он меня успокоил, сказав, что это из-за Е-99. Он утверждает, что бомба безопасна для перевозки. Но что-то я сомневаюсь. Так или иначе, мы отчаливаем утром. График срывать нельзя. Личный дневник, 22 ноября 1955 года.
накрывает. Корабль начал тонуть. Ему не выбраться. Там слишком много солдат. Кэтрин, стойте! Куда вы собрались? На корабль. Рэнка, я буду тебя... Минуту, я отвлеку солдат на себя. Свой шанс. Еще нет. Рэнка, бери бомбу. Я задержу их, чтобы...